Так, русские субтитры. Да, хочу субтитры. И чё, русские субтитры, меню русский, все отлично. Не, ребят, мне ничего не скидывать, я уже все видел. Видео удалено, потому что там, короче, так получилось. Я стал жертвой обстоятельств, так. Оригинал. Рассказано последовательно. В изначальном изложении. Я хочу в изначальном изложении, как оно было, оригинал. Один игрок, зачем? Как-то вообще вдвоем играть. Да, отлично. Да. Часто играю в видеоигры, редко. Часто играю. Подтвердить. Поэтому ищите по всяким записям, хайлайтам и так далее. Я родилась со странным даром. Каким? Способностью видеть то, что ни один человек не должен видеть. В голове все смешалось. Образы, звуки, блядь. Запахи. Я уже чувствую, что запахло рыбой, блядь. Я должна вспомнить, как стала тем, кто я есть. Я вообще не знаю, кто я есть. Вспомнить, кто я. Я не знаю, что я чувствую. Как все это началось? Это Эллен Пейдж, да? А чё она как, чё она как мальчик... Чё она как мальчик выглядит? О. Я нашел вас на обочине. Так. Далеко от города. Ну это же от Хэви Рейна, да? От Quantum Dreams. Чё? Может, да. У вас кто-то напал? Например, имя. Кому можно позвонить? У вас же, наверное, есть 525-2525. Друзья. Хоть кто-нибудь, кто вас знает. Эй. Вы не из болтливых. Спасибо. Так я ничего не смогу сделать. Ебать, так всю игру будет? Мне чем-то напоминает этот сериал-то, странные вещи. Да, 3-5-3-5. Свежий. Нихуя себе побольше. Остановите их, они не понимают, что это такое. О, приветик тебе. Пусть дождутся меня, ясно? Отмените приказ немедленно, слышите? Их надо остановить! Дураки! Вот дураки! А ты за него только хотел эту игру купить. Знаю. Идут. Ты как зеленый гоблин, помните, я много где видел, и Джон Вики, и в этом святые из трущоб. Хорошая. Стоп, вы кто такие? Вильям Дефо. Вы нашли девушку. И где она? Да, я первый раз играю. Я как-то демку играл года 4 назад, и все. На, прям минут 10 мне показали. Я думал ее купить, но что-то 3000 было за дерьмище, мне не захотел тратить. Вот. А тут мне так попало в руки, думаю, надо пройти, посмотреть, что здесь будет. О! Да, этот Smile Mail я видел, где чувак это работает в похоронном бюро и заваривает, и улыбается тоже. Хороший актер. Немного где снимается, но он талантливый. Вообще, в принципе, нахуй геймпад не нужен, можно вообще просто сидеть смотреть. Качественного контента. Спасибо, Феймус.
Джоди что-то наделала. Ну, приходил к нам Антошка, поиграли мы немножко, что ты хочешь. Джоди уже взрослая бабища, вроде бы. Так, вопрос, главной героини есть месячный, нет в этой игре? Это показано? Если нет, то нахуй не надо. Подожди, а что мне? Пролог, сломленное. Я что-то выбирать должен, нет? Как Дэр отлично. Так, подожди, я попробую, может быть, реально что-то... Сложность... Управление... Слушай, я тут не могу звук менять никак. Лул. Вот это я помню, вот это я проходил. Как настроение, Джоди? Хорошо? Не хочется отвлекать тебя от игрушек, но... Нам с тобой пора. На буткемп. Вау. А, вверх. Так, все, меня учат играть. Я прошел недавно Титании God of War, у меня, думаю, проблем не будет. Ебать ты. Пойдем еще успеть. Ты ноги сломала. Я хочу в Дотан. Пусти меня, блядь. Пусти меня, пацаны. Я сейчас вернусь. АФК черный зовет. Так. А оно таки будет тут на полэкрана у меня, да, как типа кино? Ну что ж, идем, Нейтан ждет. Давай. А как я сразу его сжечь или еще белый сделать белым? На какую кнопку? Ну пошли! Куда идем-то? Дядя. Сумасшедший пока геймплей. Сюда? Нейтан! Привет. Йо, нига, йо, мазафака. Почти готово. Срок был в прошлом месяце. Привет, зайка. Как ты красавица? Мы пришли. Пришли, да? Тут какой-то уборщик стоит. Блять. Подался в няньки, Кол. Привет, Джоди. Как твои дела сегодня? Отлично. Я это и сделал. Наденем эту штучку. Помнишь? Наша корона. Я теперь принцесса. А, ясненько. Да ты как же с детьми принцесса. По-другому, блядь? И дальше цензура. Все будет хорошо. Два здоровых мужика и маленькая девочка. Где ты такую уже видел? Ну и что делаем? Эй, Джоди, слышно меня? Да. Ну что, начнем? Кейтлин в той комнате, и перед ней лежат те же карты. Сейчас. Нихуя себе, свиноматку позвали. А ты скажешь нам, какую она возьмет. Я думаю, Йоксарон. Я хочу сыграть Йоксарон. Да, блять. Ну что, поехали? Первое. Блять, я и в пиздак залетел куда-то. Что там? Или мне надо улетать? А, мне надо лететь, да? Айден, иди в ту комнату и покажи мне карту. Блять. О, господи, слишком жирная. Но я вижу тут звезду. Звезда. Дальше. 228! Там 228 было нарисовано. Там цифра 228. Че, еще раз, что ли?
Ебать, а он не может там на месте остаться, чтобы мне постоянно не летать? Квадрат. Следующий. Опять 228. Блять. Сука. Это скрытый намек. Так, ладно, тут три полоски. Волны. Пока я на кончиках пальца прям чувствую эту игру. В другой комнате на столе лежат кубики. Так. Попробуешь их сбросить? Хуя себе. А. Нормально? Ещё ты могла бы сдвинуть. Ой, я бы могла сдвинуть эту огромную бабищу, блядь. Её сейчас тебе нахуй скину. Давай её прям. Ну, нахуй. Это было тяжело. На тебе и свои, блять, газеты. Я тишу, нету. Это еще не все, нахуй. Ну все. Простите, я не могу. Ладно, Джоли, спасибо, мы закончили. Кого закончили? Я только начал, блять. Говорю же вам, заперто. Ты теперь. Дай повернуть. Ты теперь моё, блять. Ну заткнись! На комоде! Спокойно, мы идем к тебе! Что-то не так. Плохо дело. Выводи ее! Что происходит? О, камеру сломаем. Как он меня не слушается, когда это я делаю? Что за бред? Ну, короче, все, хватит. Я думал, вообще закончен, да? Джоди, все хорошо. Не бойся. Все прошло. Позер, тоже нет искажений в очках. Сраные хипстеры, позер. Это никогда не пройдет. Блять. Где шлем? Ну все, нету, он спиздил, а вон валяется. Его черт хотел украсть уже. Блять. Помимо вас, другие игроки, также первая ачивка. Ох. Сколько прорвали непройденного, вы не трогали Кейтлин? А, может было ее тронуть, да? Ваш путь альтернативный путь. Вы прервали эксперимент, не про. Ладно, похуй, дальше. Скоро конец. Это еще даже не пролог, нихуя себе. Как там? Да на твои мопсы, бля. Восток, спасибо тебе за подписку. Спасибо большое. О, тут оно уже сиськ, нет, без сисек. Как будто все смотрят на нас. А так и есть, все смотрят на нас. А на нас. Платье отстой. Надо было другое надеть. Правильно. По-моему, отличное платье.
Мы пойдем куда-нибудь, нет, там стало жратва стынь, погнали. Слушай, постарайся быть. Ебать там шейхи. Вот кто донатит Форсуна. Если кто-нибудь с тобой заговорит. Паши, я познакомлю, я знаю, с кем надо знакомиться. Вести себя естественно или улыбаться? Вот это умеешь шутить. Когда умираю от страха. Райан, как хорошо. Ой, нормально. Почтение, шейх Ахмад. Разрешите представить мою ассистентку, Элизабет. Я, и не знал, я тебя трахать буду очень долго в своем золотом Ламборгини, сычка. Приятно познакомиться. Господа, возвращаю вам шею. Я к вам подойду. Хорошо, Райан. Ну и че, все, поговорили? Та еще гнида. Он ненавидел меня и мечтал бы выгрызть мне кадык. А ты ему подумай. Я польщена. Ну так погнали, нахуй тебе этот смазливый хуй, погнали. Иди и найди. Пошли туда. Ты знаешь, что делать. Да, я знаю, что делать. Я пойду к Ахмеду. Посол, отлично выглядите. Я знаю, укромный. Золотая Ламборгини. О, он ушел уже. Пиздец, блять. Ну ладно, сейчас что-нибудь найдем. Ой, блядь, разговаривай, я тоже с вами пообщаюсь. И блядь, вы сосете обе. Блядь, кто нас вообще посмотрит, нахуй? Две какие-то худые шаболды стоят. Тут женщина. Вот это женщина. Нет, мне не надо пока ничего смотреть. Спасибо, Джонни. Спасибо за подписку, Джонни. Это салон у нас в ТСЖ. Так, ну надо валить. Бля, спина у него, конечно, пиздец. Нихуя себе! Вот это лакшери! Да в такой срать даже не хочется, вы посмотрите на это. Ёб твою мать! Блять. Еще денег попросят за такое. Блять, криворукой. Ну пиздец, ну как мальчик выглядит. В мальчик в платье. Ты готов? В комнате наверху есть большая картина. Два рулона, вообще лакшери, прям из двух рук можно. Охуеть. Там охрана и повсюду. Надо будет сбор устроить на такую туалет у себя. Нет. Так, ладно, полетели. Скорее, Айда. Мне больно, когда ты так далеко. Кабинет с портретом шейха. Ты на месте. Нет. Сначала отвлечь дежурного. Хорошо. Сейчас отвлеку. Сейчас как-нибудь отвлеку. Может, тут что-нибудь сделать? Ебать! Я думал, ты всемогущий. А, так вот, типа. Так. Теперь за кабинетом никто не смотрит. А что они делают? И не воруют? Можно работать. Это лицо, блядь. Че, еще не все? Блядь, мне извините, это пиздец. Сука, ладно, хватит. Так, ладно. Не жестко, что-то ей тяжело.
Блядь, да нет, да не надо мне это ебло, блядь. Я типа вселяюсь? Нихуя себе. Осторожно, Айден. Нельзя никого трогать, иначе он сразу очнется. Надо отодвинуть картину. Там где-то рычаг. Найди его. Nope. О. О. Не выходит. Убери охранника и открой сейф. Убери охранника и открой сейф. Чё, блядь? В смысле убери? А, его надо проводить куда-то? Давай, Эд. Ебать, она хацкер. Я долго не буду. Так, теперь замри. Блять. Сука. Как сочиняется русский рэп, блять. Текст к версусу готов. Давакин, бацаца запа. Ну ведь хуёв, это баба симпотная. Вот это нормальная, а это что-то... Прости, я не могу ничем помочь тебе. Блять, давай, ну нажимай. Ну какая-то спина уже старая, какая-то вся, я не знаю. Посмотрите на нее, какая-то уже, блядь, поюзанная 40-летняя женщина. Прям очень жестко заюзанная. Привет тебе. Джоди, ты как? Не трогай! Пошли отсюда. Ясно. Уходим. Даже дверь не смыл, ни дверь не закрыл. Но я думаю, там все автоматически работает. А я вот выебут в этой игре, нет? Вообще, как это тут с этим дела? Вы выполнили задание. А что, можно было не пройти? Вечеринка. Ок. Я типа, а, по времени это до. Нет, до. Будет вот так вот временные, так вот тут ясненько. Три мужика? Отлично. Можно я не пойду? Джоди, ты же сама меня целый месяц упрашивала. Я там никого не знаю. Вдруг они злые. Да и платье дурацкое. Вернемся. Ну, успокойся. Нет причин для паники. Это просто день рождения.
Я знаю, ты всем понравишься. Будет весело, заведешь друзей. Иди. Иди. Пожалуйста. Пустой, а подарок-то? Стихи Эдгара По. В таком возрасте, блять. Да, давай Воронов зачитаем ей, блять. Стихи, нахуй. Эдгара По, нормально. Можешь сразу новый дивный мир дать почитать, а? Хаскли, может быть, а? Действительно, лучший подарок для 8-летней девочки. Блять. Это Вильям де Фоктер, если не ошибаюсь. А, Джоди, заходи. Эй, Кирстен, ты где там? Мне пора. Давай, входи, не стесняйся. А, Джоди, да? Проходи, ебать, а чё они такие? Ну, пара парней такие. Это подарок? Клёво. Я пошла, дочка. Развлекайтесь, только без глупостей, ладно? Да, мам, как скажешь. Наконец-то свалила. Ребята, привет. Это Джоди. Она из 4-го отдела. 4-го? Паранормального, что ли? Что делаешь? Гнешь ложки силой мысли, да? Нет. Типа того? Нет. Тусуем! Я за пивом, парни опускают жалюзи, девочки зажигают свечи, а ты, Джоди, вруби нам музыку. Оторвемся! Отрыв! Ух ты! Сейчас включу свой любимый трек. Роцк! Да, блядь, да! Все. Ну что это за трэш? Блядь, въебать что ли? Такое, что вкачало. Можно поменять? Можно по... А вот что я заныкну на кровати. Я так простую весь вечер, блядь. Что это за говно, нахуй? Что это, блядь? Бедная, наивная женщина. Ты умница. Баночка пива. Ух. Ну, да. Ну да, буду. Немного. Давай. Баночка пива. Это прям унесет сразу, нахуй. Давай, бухнем. Эй, не заклепни. Небось, не пробовала. Я уже пила. Ну, конечно. Блять. Так, чтобы еще бухнуть. Тусуем. Блять. Сука. Вот это нормальная тусня, я понимаю. Какие сочные суки. Нет, абсолютно не сочные. Суки, вот. Бабы танцуют, чуваки стоят здесь, такие, а я не буду драть целых 30 секунд. Че хочешь? А, ну давай, блядь, давай. Давай. Жи, ты на косяк дал или сигарету? Вроде. Первый раз, да. Со мной так же было. Опа, она уже заебись. Что-нибудь другое. Один раз затянулось, блядь. Я на улицу пойду. Нельзя?
Пиздец, они еще днем, там часа в 2, в 4 дня сидят и веселятся. Так, где есть еще сладкое? Есть сладенькое? Я думаю, ты самый сладкий здесь. Пошли наверх. Блять, надо бы еще. Beautiful babe. Еее. Потанцевать. Давай потанцуем. Давай, покажем, как мы танцуем. Давай. Блять. Вправо. Надо, чтоб нас захотел. Надо, чтоб тот блондинчик нас тупо захотел. О, да, детка. Давай. Нет. Don't stop the music. Я только начала. Давай. Сука. Корявый, блядь. Ну, кто сын хуже, чем Шепард, блядь. Зачем мне говорят остановиться? Я не хочу. You're no good for me. Oh, yeah. Black boy, black boy. It's so black for me. И чё это, будунга? Вы ужасная распутная женщина. Я знаю. Нюх, это в харде по-русски. Да, я из Якутии вернулся, мне дали гражданство. Но я думаю, хватит на этом. Ну заебись, потанцевали уже. Это консоль, нет этой игры на ПК, по-моему. Консоль. Так, надо, я думаю, еще бухнуть. Спасибо, что освободили меня танцпол шкурой. Иди сюда. Оба-на, еще одно. О, неплохо. И еще. Ох, заебись. А можно еще? Нихуя ее качать. Так, блондинчик. Тихо. А не смотри, они от меня отходят, что ли? Пошли сосаться. Блять, нет, что ли? Может, еще косичка? Кроречка. По-моему, она что-то... Да она даже банку, она даже не допила ее. Че на два? Еще что ли танцевать? Можно ротск включить? Можно все-таки ротск включить, нет? Не, ну это скучно, мне надо тусить. Другая Айдена. Подожди, я еще не готов. Почему мне пацанчик-то не ходит? Почему от меня все уходит? Чего они от меня шарахают? О, может надо на диван присесть, а? Лечь, ложись на диван. Ложись. О! Чётенько. Привет. Привет. А, я Мэтт. Джоди, да? Я тебя раньше не видел. В другой школе учишься? Может, что-нибудь выпить, дружелюбно? Может, что выпить принесешь? Я не Изи, Иван, топ по сниманию блондинчиков в видеоиграх. Это очень скучно. Ты куришь, ты такой взрослый. Может быть, у тебя огромный... Член школьника, блядь. Ты работаешь с мамой Кирстен? Блядь, этот пушок здесь, вот этот пушок, это пиздец. Да дружелюбно. Мы дружимся. Она тоже в отделе у нас. Она подумала, мне будет полезно. Да. Мне очень интересно, что там говоришь, да. Позвала. Да. Я вот раньше жил в Лондоне. 2 года назад переехал. А ты? Ох, эти, блядь, пустые разговоры. Солгать. Нью-Йорке. Обожаю Нью-Йорк, там клёво. Я тоже, сука. У тебя есть хобби? Как ты развлекаешься? У меня есть свой Инстаграм, 1 500 000 подписчиков. Я люблю серфинг, играю с друзьями в рок-группе. О-хо! А ты? Ты что ли? Я уже теку. Может показаться скучным, но...
Я люблю чертовать. Рок-группа, бухло, косички. Люблю, ну, парни прям для 14-летней девочки настоящие. Хотя мне нельзя покидать базу, так что особо не развернешься. Слушай, а как ты попала в четвертый отдел? Уклончиво. Пусть у меня будет какая-нибудь загадка. Прости, вот дурак. Я тебя случайно не расстроил? Нет. Нет, вовсе нет. Ох, эти, не знаю, как назвать, это цепочки. О, медляк. Потанцуем. Ну, наконец-то, нормальный мужик. О, нахуй. Давай. Спасибо, Чиф. А можно мне пиво? В стаканчик. На донышке. Эй, Чика, тебе налить? На донышке. Извини, стаканчиков нет. Опа, пей из банок, пока раскопать лус. А, мне надо это... Мне надо танцевать. Ну, возьми пониже, ты, блядь. Давай, медленно, опускайся. Наверное, тебе это часто говорят. Что? Но ты очень красивая. За сегодня пока ты один. С симпатией. Ты тоже очень симпатичный. Мне эта игра нравится. Ты не похожа на других. Конечно, ты особенная. Да, блядь. Неужели это, блядь, работает, нахуй? Ты тоже не такой. Я не могу, мне почти тридцатник уже эту хуйню слушать. Не убрать, а обнять. Ну конечно, давай, соса. Давай. Ты особенная, ты тоже. Ты еще не проверил его по дотабафу, какой у него там ММР, блядь, подожди, женщина. О! All I have London. А, это не та песня. Ну, раздевайся или что? Что такое? Так чё? Роцк! Ребят! Чё? А что? Пусть Джоди продемонстрирует нам свою супер-пупер-мега-силу. Нет, свою силу я готова показать только эту блондинчику наверху. Да бросьте, она врет. И правда, Джоди, а то скучно. А, Джоди, устрой нам шоу. Ну, ладно, нам мальчике надо впечатление произвести, хорошо. Головой не болел, да так, больше живот болел. Помолчите. И не шевелитесь. Как мне страшно, ща обоссусь. Заткнись, Стивен. Начало начнем со свечей. Ну чё, Стивен, блядь? Время Роцк! Так, где я? Где порнуха? Эй, вы слышите? Там как будто... Суперсила включать Роск на всех аудиосистемах, блядь. Ну чё? Всё? Вам хватило? Ну всё, с меня хватит. Да, хватит. Да, на самом деле страшно. Я совсем не хотела вас напугать. Простите. Да я еще ничего не сделал. Вы сами просили. Так, ребята, пора есть вкусный мамин торт, а потом мы будем открывать подарки. Мамин торт? Типа, не, все нормально, да? Ничего особенного? Люблю, целую, твоя Джен. О, спасибо. Там гетры? Бля, какие они страшные все. Ну, парень, ничего спортивного такой. Как я и хотела. Больше пару и ума. Блядь. Может, нормального парня найти. Будущий парень, спасибо. По-моему, они очень секси.
Блять, что я играю, нахуй? А это что за дрянь? Старая книга. Блять. И вонючая. Ты охуел, ты лучше... Это мистическое издание, стихи Эдгара Аллан По. Вот ты ебанулась. Эдгар Аллан кто? Ты что, украла ее из дедушкиной библиотеки? Нет, это антиквариат. Ага, как твое платье. Не поняла, это прикол? Ты принесла мне на день рождения этот отстой, да? Думает, она умная, а сама просто крыса. Притом омерзительная. Ок, хорошо, ладно. Весь вечер за мной бегает, как собачка. Так и просит. О, она... Я и звать-то ее не хотела, это все мама. Да, шлюха. Кто, блядь? Ведьма. Кто? Я? Ну, вам пиздец. Что делают с ведьмами? Сжигают. Держи ее! На. Ах ты, сука, блядь! Ах ты мразь! Выпустите меня отсюда! Пожалуйста, откройте мне! Пустите! Пустите, я уйду! Отпустите меня, я не хочу тут сидеть! Прошу вас! Им пизда. Да она бы просто виноградный день принести и все. Вытащи меня. Айда. И каждый чики хочется выпить, а потом на утро с кем-то чики-чики или что такое. Что, типа не могу далеко улетать? Айден! Я задыхаюсь! Помоги мне! Блять, ну я пытаюсь, сука, блять, я пытаюсь. Отомстить. Давай, Айден. Пиздец, блядь. Пизда Тарту! Молодец, не включите Роцк! Нет? Я, правда? Может быть, это Джоди? Надевай стринги, мразь. Спокойно, не надо паниковать. Окно, попробуйте в окно. Заперто. Правда, блядь? Заперто? На, нахуй. Съебись! Нельзя их сжечь. Не осталось.
Люди пос... Ну они типа как... Они... Их нельзя ничего с ними сделать, понимаете? То есть я не могу выделить. Ты проучил их. Нет. Хватит, пойдем. Еще недостаточно. Я недостаточно их проучил, блять. Сказала, хватит. Вернись, мы уходим. Нахуй. Бля, бля. Что ты делаешь, Айден? Я делаю то, что надо. Заебись, сожечь меня хотели, суки. Не хватит. Они должны умереть. Что еще можно сжечь, сука? Я не вижу уже. Уже ничего нельзя заюзать. Заебишь, шлычок, блядь, вышел, а? Это не я. И видит Бог, я не хотел. Это не я. Вот, вот. У меня тут есть вот утенок, может побрызгать там. Она ведьма. Она все сожгла. Она ведьма. Кто я, блядь? Может я въебать? А мы? Ну, страховку все покроют. Я думаю, у них там нормально все. Вечеринка. Месть. Отличная ачивка есть. Вы напились, вы поцеловали Мэтта, вы напали на подростков, вы курили, ну, короче, вы все сделали, блядь. А, первый разговор. Нихуя себе, вообще мелкий, наверное. Жалко, что никто не умер, я думал, что блондинчик сдохнет, задохнется угарным газом. Хватит, Айда, это все из-за тебя, перестань! Да ладно. Он заменит доктора Мэтьюза. Теперь он будет с тобой заниматься. С кем заниматься? Он мне понравился. Иди, он тебя ждет. Давай, скорей. Я тут посижу. Что происходит? Что это такое? Джоди, он тебя ждет. Ладно, ладно, иду, иду. Да похуй, поиграй, как играй, господи, тут, блядь, нет правильного всего. Смысл проходить, как все проходят. Я не знаю, может, так все проходят, хуй знает. Хочу пройти, как я хочу. Все продемонстрировать, а всем еще въебать, нахуй. Что я тут, блядь, не словами разбрасываю, что я могу сжечь вашу хату, спалить ее. Я думаю, нам надо с тобой подружиться, узнать друг друга получше. Если... Ты не против, конечно. Нет, конечно. Моя работа исследовать странные явления и объяснять их. Ведь с тобой происходит что-то странное. Я не знаю. Мама сказала, у тебя есть невидимый друг. Да, Алексей, Лёха. Джоди, и давно с тобой этот друг? С рождения? Футболка до Казахстана, блядь. Он призрак. А, блядь. Или, может, дух кого-то умершего? Я не знаю. Можешь его нарисовать? Попросишь его показаться?
Нет, ну давай компьютеры не будем сначала делать, сначала здесь разберемся. Бум! Ты приказываешь ему, что делать? Айден не слушает ничьих приказов, никогда. Моих слушает, у меня геймпад. Мы связаны. Он не может уйти. И это его злит. Я-то его не держу. Я бы его отпустила. Он меня иногда сильно пугает. Это он? Нет. Где тут можно сжечь еще? Говори хату и спалю его, блядь. Да, никто не помнит, как педик-детектив из святых из трущоб помнит его, как зеленого гоблина. Заебись. Вы показали, вы отказались. А как бы его нарисовал-то? А, это перед посольством. Вот здесь. Ну, на самом деле, педик, он более харизматичным был, когда детектива играл, чем... Не проспи. Чем гоблин. Солдат Джейн! Хо-х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 о
Ну так я прыгаю. Прыгаю. Чё, блять? Может, это стик? Да нет, я же бегу на этот, значит, на правый. Ну пошли, пошли. Не насыпал. Зачем это надо, если у нее там друг есть? Быстрее! Ох, нихуя, какой Джет Ли. Я бегу, я бегу. Оба-на. Работа, давайте, по макеварам поработаем. Ну-ка. Ой, блядь. Блять, я думал, надо уклониться, но еще разок. Давай. Давай, сука. Давай. Бам, бам. 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 Че не выдыхаешь, мразь, при ударе? Фу. Да надо делать, блядь. Воздух надо выпускать из себя. Тренера хуево даже не могли сказать нормально. А что делать-то?
Я не понял, используйте укрытие. Не сейчас, а это. Крестик. А, укрытие, да. Р1. Чё? Прыгнуть! Блять, да ты посмотри! Давай, вылезай уже! Ну чё она тупит-то так? Ну я зажал вверх! Назад! Вернись в укрытие! Сука! Это управление, это пиздец! Крестик! Посмотрел! Крестик! Родин. Да. Да. Чё да-то, блядь? Вы нормально управление сделаете? Да, ну. Платина в хаверейне, блядь. Тебе надо учиться писать формулы. Заебись. Да-да-да. Она все понимает, что пишет. Да-да. Е, нахуй. Дуд, Уден. Нет, ответ неверный. В смысле неверный? Еще раз. Как, блядь, неверный. Так, боец, давай-ка, убери эти бочки. О, нахуй, о. О, нахуй. Ой, спасибо, Макарун, спасибо тебе большое. Привет. Удачных игр и всего остального. Спасибо, спасибо тебе большое. Я знаю, что это сумма, блядь. Ну что, чё вы, без финансов заканчиваем. Йена. Блять, начинаю тут сумму, блядь. Хорошо. Хорошо, продолжаем. Теперь свари мне до 40. Это что? А чё у них краги? Мы бороться сейчас будем? Ебать, у них даже краги. Нормально, да. Блять! Я понимаю. Я ему нос сломал. Да твою ж мать. Слушай, подожди. Давай еще раз. А что мне надо будет сделать? А, отбить. Удар. Отбил. Вниз. Удар. Туда. Удар. Ой-ой-ой. Нихуя себе. Я думал, поборемся. Так. Блять, не отклянчивай, у меня ее нет! Не отнесись, я к ней жопа, как я могу отклянчивать! Живей! Да живу, живу, давай, 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 давай. Привет, боец! О. Ты же не на прогулку вышла! Да, что-то она медленно поднимается. Видно, на дачу через забор не проникала ни разу. Ебать. Вау. О, мы шпагат будем тянуть? Сука. Ну да, больно, я согласен. Чтобы исцелить Джонни. А что делать-то? А, типа надо в точку попасть. Ага, понял. Ебать.
Давай, раз пузика-пузика. Давай, два пузика-пузика. Давай, три ногу пузика, ну, давай. Что это? Что это мне принес? Тебе катана в жопе? А, дубинка? Бум. 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 Давай, удерживай его, блядь. Есть, все. Неплохо. Че, опять? А чё, вниз нельзя проползти, нет? Привет, Лена. Нихуя себе гильотину ему. Заебись. Че тут никак не отвлечь? А-а-а. Все, понял. Понял. Бах. В смысле бахишь, ты отвлек? Я ж тебе же отлёг, в смысле, бах? Ещё раз, давай! Пиздец, блядь. Да вы издеваетесь. Сука. Бах. Где этот черный? Давай, давай, давай. Привет, Даша.
Давай, да. Не, лучше пусть вырубать. Чё их проскакивает? На тебя, бах, блять, черножопый, на! Чё, всё или ещё куда-то? Разве не всё? Всё. Неплохо, Джоди, но в реальном бою ты была бы мертва. Нет, в реальном бою. Ты бы не успел даже пасть раскрыть, Райан. Что ж, неплохо, агент Холмс. Ты прошла. Мои поздравления. В жопу себе засунь свои поздравления. Спасибо, лучше роск подруби. Бах! Да, Джоди. Добро пожаловать. Эй, у тебя получилось! Джоди. Молодец, Джоди! Ты молодцина! Идеальный солдат. Блять, по-другому просто невозможно. Вы отличный боец, вы в хорошей форме, вас не заметили. Блять, ну все. Незаметно, все, одни ачивки, господи, завалили ачивками. На этого пидора из сверхъестественного, как его? Ну, короче, один из них. Тот, который актив. Вот это я помню, кстати.